На мой взгляд, одна из самых больших ошибок, которые совершает большинство мужчин, заключается в том, что они считают, что отношения можно построить на искренности и взаимном доверии, и не понимают того, что отношения – это всегда блеф. В отличие от них, женщины это понимают прекрасно, и поэтому они всегда в отношениях блефуют, то есть обманывают. Что такое вообще блеф? Вы не знаете, какие карты на руках у человека, с которым вы играете. Но он сидит с таким видом, как будто ему пришли одни козыри. И вам кажется, что играть дальше бессмысленно, и поэтому вы сдаетесь. Но после того, как вы вскрываетесь, оказывается, что у него не было вообще ничего, чем бы он мог побить ваши карты. Два самых главных козыря, которые могут быть у женщины, это, во-первых, ее красота, которая, кстати, есть далеко не у всех. А во-вторых, молодость, которая очень быстро проходит. То есть, по большому счету, женщине бить мужские карты практически нечем. И ей остается только блефовать. И только потому, что мужчины сами готовы обманываться, женщинам с их слабыми картами в большинстве случаев удается выиграть партию мужчины.